Егор Крид заявил, что его девушка не должна быть публичной и активной в соцсетях. Главный холостяк страны описал идеальную для себя спутницу. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе свежих новостей шоу-бизнеса. Близится к финалу шоу «Холостяк». На протяжении 3 месяцев телезрители с волнением наблюдали за тем, как один из самых завидных женихов страны выбирает себе спутницу. В итоге в финальной двойке остались Дарья Клюкина и Виктория Короткова, которым 23-летний певец относится одинаково трепетно. Благодаря участию в популярном реалити-шоу и Даша, и Вика обзавелись внушительной армией поклонников и в разы увеличили количество подписчиков в Инстаграм. Сам Егор утверждает, что хочет, чтобы его девушка не была публичной и активной в соцсетях. По мнению артиста, идеальная жена 21 века – это девушка, которая вообще социально неактивна, но в то же время является состоявшейся разносторонней личностью. «Не хотелось бы, чтобы моя девушка была не особо публичной. В противном случае придется скрывать отношения. Да и социальная активность с обеих сторон немножко грузит. Очень тяжело найти классное сочетание вроде Дэвида Бекхэма с женой или Ким и Канье. В общем, чаша весов, наверное, должна перевешивать в какую-то одну сторону. Потому что когда рядом две сильные творческие единицы, это очень тяжело», — признался Егор. Также холостяк рассказал, на что он обращает внимание в первую очередь при знакомстве с девушкой. «При знакомстве я, конечно же, сначала обращаю внимание на внешний вид, замечаю все детали, кроме, пожалуй, маникюра, хотя сами девушки считают, я не раз об этом слышал, что маникюр чуть ли не самая важная деталь. А еще мне очень нравится в девчонках скромность и умение быть страстной. В общем, девушка должна быть контрастная, при этом обладать хорошим чувством юмора и уметь поддержать разговор на разные темы. Ну, я описал идеал, в жизни все получается иначе», —